человек меня раскрутил. Я прекрасно осознаю, у меня все хорошо, но я прекрасно осознаю, что это хорошо может закончиться быстро, если мы сейчас не добьем до конца эту нацистскую тварь, которую я сделал. Вот почему. Полное обеспечение обучения очень респектно и огромным мастерам, специалистам, которые нас обучают. Это высококлассные люди. Тратится огромное время. Все на высшем уровне. Да, за моей спиной сейчас стоят именно те мужчины, которые внутри осознал, что именно он должен сейчас, даже если он не имеет какого-то моего опыта, приехать, обучиться и пойти добивать нас. Главное чувство патриотизма. Неоднократно слышал, что лучшая тренировка проходит именно здесь. Для лучшей подготовки, чтобы отдать новый уровень. Но в целом коллектив отличный. Люди с абсолютно разными регионами, с абсолютно разными подготовками. Все мы хотим отдать новый уровень. Все мы хотим, чтобы наши родные и близкие спали спокойно. Я увидел видео в интернете, как тренируют ребят, какие условия предоставляют. И я решил приехать в группу. Первое не хотим, что встретиться, где хвалят родителям, действительно такая красота, как приятная, тем, как приняли, тем, как тут происходит, тем, как происходит. Учиться у разных людей здесь гораздо больше качества, знаний. В нашу беду воевали. Я более чем уверен, что, видя это все, мой дед, он бы не одобрил это все. Поэтому мы здесь, и нас таких тут много. Ахмат! Сила! Ахмат сила! Ахмат сила! Ахмат сила! Ахмат сила!